Наша московская организация устроит пикет у посольства Нидерланд и разобьет все окна в этом посольстве. Вот ребята такие злые, но вот у них прям камни из рук выскользнули, несколько камней. И там все окна оказались разбитые. Или говорит, машину перевернут голландского дипломата, флаг сожгут голландский. Ну, что делать? У молодежи эмоции вот так вот. То есть не надо провоцировать. Это страна сама провоцирует. Маленькая такая вшивая маленькая кнопочка, где уже нету ничего там, заливает все. Тюльпанов уже нету, одни наркоманы и проститутки. И вот давай это еще по-русски ударим, чтобы все вспомнили. Есть такая страна, Голландия. Вот это как бы, чтобы они знали, что не будем мы жить по принципу, нас ударят по одной щеке, и мы другую подставим. Мы в лоб, в нос, чтобы кровью залился какой-нибудь голландец здесь, в Москве. Чтобы в следующий раз думали, куда подходить.